Всем привет, дорогие друзья, это канал Сам Солнышко Плей. И сегодня мы продолжаем играть в Метро 2033. В прошлой серии мы с тобой были на слушании у совета, да, который нас, мягко говоря, отшил. Сказал, что не будет помогать нашей станции. Но Мельник, наш новый друг, сказал, что мы своих не бросаем. И поэтому будет нам помогать. Вот. Собственно, поэтому он меня куда-то отправил. Я не поняла, куда. Вот, ну мы сейчас разберемся, я думаю. Че же не разберемся, разберемся. Все сейчас посмотрим, изучим. Крыси бегают. А, нам нужно, короче, по-моему, попасть на какую-то там другую станцию. Ну, как обычно, короче, со станции попасть на другую станцию. Со станции попасть на другую станцию, потом еще на одну станцию. И, в общем, так по накатанной-то и пойдем. Так, я так полагаю, нам куда? Эй. Ой, давайте-ка спрячемся. Я хочу... Во, да, вот эту вот кнопочку. Так, нам, говорит, налево надо. Налево идем. Так, винтовку нельзя. Вот тут дробаш. Бежим, пока нас никто не съел. Пока нас никто не съел! Нет! Бам-бам! Получилась скотина такая. Блин, еще бегут. Сейчас, тихо-тихо. Я как профессиональный... боец... буду просто пробегать. Не, на чем мне на них патроны тратить? Их все равно тут до бесконечности будет много. А мне как бы надо... А-а-а! Стоп, а кто это меня за жопу укусил? Подождите. Кто за жопу меня укусил? Куда теперь? Так, от этих демонов нужно прятаться, я помню. А куда дальше-то? Прямо? Прям через демона? А-а-а! Ой, тут не спрячешься. Тут-тут-тут-тут-тут-тут. Тогда быстрей. Так, закушенный. Немножечко закушенный, перекушенный был. Чел? Так, тихо, а куда? А, мать твою, что пугаешь ты, скотина такая? Блин, а что так громко? Тихо. Ой, как по ушам, ой, как по ушам больно, ой, больно. Да иди ты задницу. Подождите, стойте. Мне так громко. По ушам бьет вообще. Во. Здесь нормально будет. Так, стоп, а куда бежать-то? Говорит? Так, стоп, они вызвали подмогу. Их сейчас много придет. Подожди, а куда бежать-то? Нет, здесь, видимо, бой. Здесь, видимо, бой. От него как бы не сбежать. Просто драться. Может, сейчас кто-то за мной придет? И поможет мне, так сказать... поддержит меня в этом бою. Так, стопокуха. Ну не, некуда мне бежать, понимаешь? Они вот просто бегут толпой на меня и все. Скорее всего, сейчас кто-то должен выйти и сказать: Артём! Идем со мной. Я тебя провожу. Я и какое-нибудь погоняло смешное. Тихо, тихо. Блин. Ай, так и слышал, что слева бежит. Блин, скотина. Где? Кто? Колюсь. О, видишь, сказала. Я вас знаю, как облупленных уже. Держать круг! Да держу. О, еще один парнишка, смотри-ка. Давай-ка поменяем. Ну, видишь, тут некуда было бежать, поэтому братаны подошли ко мне. Че? Ого, ты как далеко стреляешь, ты же не попадаешь наверняка. Зачем патрон тратить? Их надо вот сблизи, вот так. Оп! 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 Вот так вот. И все.
А, бегут, бегут, смотри. Ой! Я даже не видел его. Сейчас, момент. Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Ты моих братанов-то не ешь! Братанов не трожь! Крыса переросток. Бам! И, знаешь, я теоретически, типа, я им в голову попадаю, но быстро убиваю. Никак. А если в голову не попадаю, то вот так вот долго. А тут интересно, есть какие-то монстры, боссы, здоровый такой там, как в этом был, ну, в Dead Space. Что всегда есть какой-то огромный. Все? Наконец-то. Вот ты где. А шо? А мы уже волновались. А вы кто такие вообще? Помнишь, что надо делать? Нет? Нам нужно попасть в военные архивы, а не где-то под... А, точно. Ладно. Хватит морозить себе пушки. Пойдем. О, так это ж мельник, погоди, это дружище мой. Мельчанский. Побежали, конечно. А куда бежать-то? Сюда? Да, сюда, смотри, сейчас я дверь открою. Я-то не могу открыть, я же без рука. Да ты какой боец. Тём. Запасной выход. Кстати, я везде вижу, что написано запасные обычно. Стой на стрёме. Мы с Артёмом пойдем проверим зал. Пойдем. Ой. Трупек. У-у-у. Главное, знаешь что? Главное, ловушки не налезть, а потому что, мне кажется, здесь они везде есть. Я же любительница на ловушке. Так. Вроде все тихо. О. Ты считаешь, это тихо, да, было? Подождите, дайте я напишу дневник. Я до дыр зачитал все книжки, которые были у нас на станции. Я, сломя голову, бежал к челнокам, которые возвращались с дальних станций, чтобы первым успеть выменить у них засаленные томики. Хотя, кроме меня, наверное, они у нас никому не были нужны. Я читал все подряд. Когда живешь на 60-метровой глубине, книги становятся твоими единственными окнами. Я молился на книги. Попробуйте представить себя, что я ощутил, увидев великую библиотеку, святилище, в котором были собраны все самые важные книги, когда-либо написанные человеком. Но мне нельзя забывать о том, для чего я здесь. Если отвлечься, если начать перелистывать эти подгнившие заплесневелые дома, библиотека затянет тебя, и ты больше никогда из нее не выйдешь. Ну, конечно, молодец, что, ну, там развивался как-то. Блин, я застряла. Я застряла! Так, все нормально. А что происходит? Открой ее как-нибудь. Долго нам не... Так, в смысле? А, что открыть-то? Вот это? Ладно, я боюсь, что ли, не боюсь. Стоп, а это что такое? Ой! Что за рисунка? Все, она типа удохла. Так это как в Half-Life, знаешь? А что делать-то? Ау. Просто так пробегу. Я не понимаю, что мне надо делать. Я просто тут бегаю. А чё надо-то? Пацаны, погодите. А как посмотреть? Я чё-то попутала вообще. Бегаю, там пацаны еле держатся. Я такая, я погуляла по библиотеке. А, ёб твою мать. Скотина тупая. Так, тихо, ты на меня не это, не того. Так стой, мне типа пацанов надо было бросить? Или чё? Чё я тут делаю? Что делать-то? Я не понимаю. Я теперь не могу вылезти назад. Я застряла. Я застряла в этой дыре наедине сама с собой. Да не, я должна отсюда вылазить.
ребята, я застряла. И не вылазит он. А может мне и не надо вылазить? Меня тут дрянь сейчас пожрет. Здесь дверь не открывается. Здесь тоже ничего не открывается. Тут уж тем более ничего не открывается. Короче, я все. Ну, тут написано, туда надо. Я не могу туда залезть. Я застрял. Не надо будет сюда ползти. Не пускает. Хотя я как бы могу теоретически, да? А что мне тут запрыгивать-то? Ну не лезь ты все, ты посмотри на него. Короче, надо это. Вот так делать. А, я туда вот не полезу, все. А что надо сделать? Найти военный комплекс Д6, найти спуск в засекреченный архив, отыскать документы, касающиеся Д6. Так это мне прям без пацанов надо делать, что ли? Они типа будут там держать? Мне кажется, это не так должно работать. Хотя фиг его знает. Сейчас, погодите, давайте я еще раз бегаю к пацанам, и они мне скажут: Артём, ты что, дурак, что ли? Мы тут дверь держим, иди еще документы Д6. А я такая, ну ладно, и пойду назад. Мне кажется, мне туда и надо было, просто я что-то не увидел там. Поняли, да? Так, пацаны, чё, давайте, говорите, что делать надо? Подсказку, подсказку, пожалуйста. Но нет. Нет, походу всё-таки в ту дырку, но я не понимаю, что там делать. У меня что-то это, котелок не варит. Ну, потому что, смотри, здесь я пройти не могу, да, потому что оно заперто. Оно как бы заперто, по факту. По факту. То есть мы такие, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, пробегаем через эти висюльки. Ай! Больно же. Вот, пробегаем через эти висюльки. Да. Здесь тоже пробегаем через висюльки, да. Ну, то есть нам по-любому в ту дырку надо было идти. Единственное, что непонятно, что там делать. Тут как бы чекпоинт, видишь, был. Ну-ка, не дерись. Вот. Вот прошла там бяка. Вот она ее не бьет, видишь? Ну, как бы дверь и дверь. А если гранату кинуть туда, я не знаю. Погоди, а как гранату кидать? Клавиатура, оружие. А, вот, доп. Оружия. Используется интерактив, вот так и нажмем Enter Tab. Смотри, я выбираю гранату. Нюп. Но он как бы, видишь, он ничего и не нажимает. Куда тут дальше лезть? Здесь тоже не пролезешь. Здесь нигде не пролезть. Здесь он тоже ничего не хочет. Я не понимаю. А! А как вылезти-то? Я здесь не вылез уже. Он же не вылазит тут. Иди нахрен. Вот сейчас пацаны про... О! Никуда не уходи, стой тут. На обратном пути. Не ух... Вот и догадайся тут. Вот догадайся. Еще чуть-чуть, и они бы нас в клочья разорвали. А ты хорошо. Вы меня запутали со своими заданиями вообще. Чего он опять дышит так тяжело? Я ж только что вставлял. Что ему не хватает? Куда идти-то? Тут закрыто. Иди-ка глянь. Куда? Сейчас. Иду, гляду. Вот. Так, вот. Ой. Сейчас, момент, что мне так громко.
Но так сильно громко, она просто вообще уши прям сносит. Так сделаю хотя бы. Во. В противогазе ты об этом не узнаешь. Фига вы, шутники, пацаны, вообще. Открывайте вот эти двери, я не умею их открывать. У меня же нет рук, чтобы открывать двери. Или там опять надо что-то... Что-то продравить надо. Ну да, Возможно, да. Сумеешь ответить. У тебя неплохо получается. Так считаешь? Ну я вообще там не вижу ничего. Спинномозговая. Ух ты! Но не, там... Что-то знакомое вроде. Ой. Они мне такие тупые задания дают, я вообще в шоке. Как? То бишь, это просто можно было сломать, да? О! Пацаны, заходите. Пацаны! Блин, я одна. А как открыть им? Подожди, оно не открывается. Я тут одна не очень хочу быть. Меня съедет. Но тут как бы все равно закрыто. Что это должно найти? Ключ? Чё-то это какая-то очень сложная серия для меня. Я вообще туплю по-черному. С черными туплю по-черному. Так. Я не вижу, не замечаю. А я слышу, что-то меня раздражает такое. Пей-пей, скрипит. А вон оно что было. Цены из-за вас постою. Сейчас ворвется, наверное, ворвется, смотри. И откроет нам дверь. Нет? Пацаны, ну если я не открыла, то вы точно не откроете. Да это закончится когда-нибудь или нет? Not bad. Это кто такой там? Ух ты. Смотри, как красиво, да? Очень красиво. Библиотека. О, это летающий. Летающая сука, как говорят мои друзья. Ой-ой, она сейчас его убьет же. Нет! Отпусти моего друга, нет! Ты как, в порядке? Ты жив? Но он живой, нормально с ним. Все нормально было. Да в смысле? Он еще жив. Артем, я должен отнести его в полис. Прости, но карту тебе придется искать. Вход в военный архив находится где-то на первом этаже. Хорошо, я пошла. Да все, я уже ушла. Что за звуки странные? Ой! В глазах-то все птицы. Я снова был наедине с ужасом. Смотри, какой страшный. И мне предстояло взглянуть ему прямо в глаза. В прямом смысле этого слова. В смысле? Я чего вот с такой... Это я такая... Уля-ля, какая! Рау! Это горилла? Я беру дробаш. Эй! Пш-пш! Бам-бам-бам-бам! Блин, и этот не горилла, это какая-то дрянь.
Тихо, тихо. Макака, лежать. Блин, это мутировавшая макака. А как уклоняться-то от этой твари? Лежать, ну. Да ляг уже, ну ё-моё. Я убегаю, 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 убегаю. Перезарядочка, 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 перезарядочка. А-а-а! Сукин эта тварь. Ой, извините. Да в смысле? У меня нормально все было. Я снова был. Он что, охранял, что ли? Макака с красной какой. Ну-ка, блин. Но она ко мне не пройдет. Ну это какая-то мутированная моя обезьяна, я тебе отвечаю. Она где-то в текстурах ползает. Я просто не хочу к ней спускаться. Надо было ее вообще подорвать, наверное. Ладно, иди сюда, тварь. Блин, ой. Она убежала. На, гранатку съешь. Твою дивизию, почему она не это, не подорвалась? А, пустите назад. А, да ты здесь, да почему ты так близко? Она взорвалась? И смотри, какая жопа у нее мускулистая. Но это обезьяна, я тебе отвечаю. Это горилла какая-то мощная. Ну, она была не сложена. Ну как? Первый раз-то была, конечно. Потом уже нормальная. Я уже приспособилась, так сказать. Еще! Да нет! На! Взорвись! 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 А! Твою мать, да вы угораете, я думал, это босс. Ну, мини-босс. Куда ты полезла? Да, блин. Да она сдохнет, нет? У меня патронов нет больше. А, я в прошлый раз Е не нажала. О, хорош. Да сдохни! Охренеть, сколько их еще здесь будет? Вы что, угораете, что ли, давно? Я думала, это все. Я реально думала, что это все. Куда мне столько-то? А, это... Ну я не хочу этих горилл опять бить. Мне две хватило вообще до конца игры. О, вот еще одна, смотри, валяется. Но она дохла хотя бы. А, все там завалило, да? Ну, то бишь, она ко мне не пройдет. Да, блин, да идите в сраку! На! На, поешь, блин. Да, блин, нет. Твою мать, а. Ну, как с ней сражаться? Как с ней сражаться? Объясните мне. Блин, как она меня достала? Да отстань! Да твою мать! Да она меня забьет, забьет! Да
Да отвали, да сколько на нее надо? Ну блин, ну... Ну нет! Ну нет, нет, нет! О! Заметочка. Знание, сила. Замыленный лозунг перед войной. Наверное, никто уже даже не задумывался о том, что он значит. Знания были доступны всем. Отчим рассказывал, что карманный телефон мог отметить и на любой твой вопрос, в любую минуту. Так что никто не стремился уже учиться, выискивать, запоминать информацию. И вот одну минуту, и вся накопленная информация пропала, исчезла. Отключились телефоны, сдохли батареи. И те, кто не хотел хранить знания в своей голове, остались с пустыми головами. А знания снова стали силой, снова стали ценным товаром и слишком дорогим. Тут в Великой Библиотеке, наверное, собрано больше сведений о Земле и о людях, чем где-либо еще. Но именно тут за каждую прочтенную букву приходится платить каплей крови. Да я уже заметила, блин, я чем только не плачу уже. Так, давай-ка. Вот эту штуку, блин, я не знаю, ну... Чем мне с ней драться, с этой тварью? У меня очень мало патронов в дробаше. Поэтому я потратила их сюда. На, да почему? Стой, подожди, стой. Твою мать. Да почему я застряла-то? И сдохла. Застряла и сдохла. Подожди. Выходи. Я уже не знаю, я... Она умерла? А что, так можно было? Вот так просто сжечь? Оно боится огня? Я учту на будущее. Но она патроны реально фигово берет вообще. Точнее как? Она вообще как будто бы ей по барабану и на эти патроны. Так, мне главное для дробаша. Я хотя бы так могу с ним сражаться. Но у меня, блин, две бомбы только осталось. Я уверена, что это не последняя тварь. Я больше чем уверена, что это не последняя тварь была. Давайте вот. Вот так вот ручечкой. Вот так вот аккуратненько. Вот так. Блин, ну здесь еще будет стопудово. О, Ну все равно мало патронов. Да она ж не просунет меня! Да ты ч, дурак, что ли? Нажимай что-нибудь, но оттолкнись от нее! Ну, твою мать! Мой, какая, блин, сраная. Вы меня затрахали уже. Ур, блин. Чё орёшь на меня? Куда ты убегаешь? Она меня заманивает, она меня байтит. Байтит меня. Можно мне черного на подмогу? Почему так тихо? Мне куда вот идти? О! Прямо. Да, на! Погорит, скотина тупая. Огоньку! Тварь! Как тебе огонечек-то? Не понравился? Я упала. Оно сдохло, нет? Ну нет, конечно.
Какой стати-то, да? Слушай, так может от них просто убегать можно? Ну еще вряд ли. Я не понимаю, куда мне идти. Ой. Туда? В смысле сюда вот? И чё? Так это я опять вниз спрыгнула. Какой мне прок? Нет, это не рушится. Здесь, по-моему, тоже пройти некуда. Разве нет? Назад, говорит, иди. Может, все-таки здесь? А, вот сюда. Когда мне можно булочки будет расслабить? У меня такие булки. Дай! Еще что? Как? Твою мать. Твою мать. Я просто не могу уже. А, все, катсценочка. Блин, это самая тяжелая пока серия для меня. Да нет! Отстань! Можно я пробегу просто? Да я задолбалась ими драться. Они меня реально замучили. Подземное хранилище было жутковатым местом. Я не знал нигде искать. Не даже как выглядело то, что я пытался найти. Но неведомый ангел-хранитель помог мне. Это я твой ангел-хранитель, блин, ты охренел. Я не могу больше с ними драться, я устала. Что они там делают? Они библиотекари. Мы придумали для этих тварей забавное прозвище, потому что незваные они были слишком кошмарны. Одно точно, это не звери. Понятия не имею, с какой глины их слепила радиация, но библиотекари чересчур умны для обычных мутирующих животных. Я вижу в их глазах проблески разума. А что видят в наших глазах они, мы не знаем. Но если не бежать, не драться, а просто смотреть им чудовищным глаза, между тобой и с ними что-то происходит. И они оставляют тебя... Стоп, но если не бежать... Не драться, а просто смотреть этим чудовищным глазами, что тобой и ними происходит что-то, и они оставляют тебе жизнь. Хотя и могут раздавить опытного, хорошо вооруженного бойца, как клопа. Может быть, потому что, глядя в людям, глаза не напоминают через силу, как и сам. Я смотрю тебе в глаза. А, это что-то не помогает, да? Почему меня разработчики обманывают? Бежим! Все хорошо. Выплывай. А чё меня разрабы обманули? Я так поняла, что мне можно с ними дружить. Так. Тихо. Отстань. Все, я убегаю. Я с вами не дерусь, мне с вами не интересно драться, я не хочу. Куда?
Куда бежать? Куда бежать? Куда бежать? Я не знаю, я туда бегу, не туда, вообще по барабану. У меня просто выбора нет особо. Я просто куда-то бегу. Так, тихо-тихо. Мы с тобой друзья, мы с тобой друзья, мы с тобой друзья, да. Спидран просто, господа, спидран. Блин, он пытается сюда зайти, да? Пролезть не может, да? Может! Может. Ну вот он сейчас убьет меня. Забьет сейчас, как скотину последнюю, забьет. Ладно, не забьет, не забьет, не забьет. Пошел в жопу, пошел в жопу, пошел он нахрен. Быстрей! Закрывай. Фуф. Черт меня побрал сказать, ой, а здесь будут боссы посильнее вот этих вот обычных мобов? Вот кто просил меня так говорить? Объясните. Как я отсюда выбираться буду, я вообще не представляю, серьезно, я вообще не представляю, как. Еле заползла сюда. Ну, ё-моё, ну выберешь какую-нибудь бумажку. О, вон там что-то лежит интересное. О, совершенно секретно, да? А ну. Он сам пробежал, отлично. Ой, господи, слава тебе, господи, что мне не надо самой. Я нашел планы D6 и карту командного пункта, но Мельник все не возвращался. Смогу ли я выбраться из библиотеки живым без его помощи? От этого. То есть мне сейчас еще самой все-таки, да? О, на улицу? Да на улицу, ладно, уж не страшно. Наверное. Но мне бы помощь какая-нибудь помешала. Да ё-моё! Господи, убейте их уже кто-нибудь. Ой, хорош! Хорош, пацаны, наконец-то. Все, забирайте куда меня. Едем, Кена Туалет. Отброшу за 50 патронов. Куда-нибудь только отсюда. Артём, у тебя получилось. Я не сомневался. Это было сложно, нашел ребят. Нашел что-нибудь? Ой. Давай к нам. Ну и куда мы двинем теперь? В храм. Артём, помнишь Хана? Это он нам помог тебя разыскать. Хотя я так и не понял, как он это сделал. Ну все, сейчас с ветерком прокатимся. Может, музон врубим? Конечно. Я опять тебя целую. Я очень рада, что я выбралась из этой библиотеки. Это вообще худшее, что за мной было. О, так, быстро. Первый
единственный форпост человечества в этих местах. Внешняя база Спарта. Иди сюда. А я посмотрю, что за бумаги ты там нашел. Добро, добро. Ух, наконец-то можно будет тут это все купить. Ух. Ну что, друзья, мы с вами справились с этой проклятой библиотекой. Надо было раньше, короче, бегать, просто от них тупо и все. Короче, проспидранили, так сказать, эту локацию. Ни о чем не жалею, вам советую. Спасибо большое за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. И всем пока.